Всем привет, ребят, с вами Gabzor.com. Сегодня у нас в центре внимания светодиодная лента умная Rubitec RL3112. Рекомендованная стоимость 3990 рублей. Если приобретать две ленты с официального сайта, будет скидка примерно 700-800 рублей. Более подробная информация по ссылке в описании к этому видео. Комплект включает блок питания, саму светодиодную ленту, блок управления, инструкцию и переходники для подключения 4-контактной. Выполнена в формате 10-мм ленты, силиконовой защиты от воды и влаги. Соответствует стандарту IP65. Подложка у нее белая, общая длина 5 метров. По всей длине отмечены сегменты, по которым можно будет ее срезать и, используя переходники, в дальнейшем соединить кабелем или спаять. На обратной стороне под бумажной прокладкой у Rubitec RL3112 расположен клейкий слой. Для освещения используются светодиоды SMD RGB5050, отличает их высокий уровень яркости. В комплекте идет блок питания, также выполненный в белом корпусе. Характеристики 12 вольт 2 ампера. Есть участок кабеля, позволяющий разместить ленту на удаление от розетки. Важной составляющей является блок управления. Оснащен он механической кнопкой с внутренней стороны с наклейкой с QR-кодом. Подключение стандартное, 4-контактными. Подключить можно с одной из двух сторон. Свободную в последующем, кстати, можно использовать для последовательного подключения другой ленты. Этот блок отвечает за беспроводное подключение к домашней сети и управление цветом. На боковой части ушко под винтовое крепление. Управление проводит через центр управления Rubitec. Мы его рассматривали в ходе теста других компонентов этого производителя. Добавление проводится с указанием данных домашней беспроводной сети с указанием логина и пароля. Следующим шагом можно присвоить имя и выбрать комнату для размещения в дальнейшем простой идентификации. Разные типы источника света есть возможность объединить в общую группу, упростив общий цвет для нескольких лампочек и общий график включения-выключения. В окне управления самой ленты отображается палитра цвета и основные цвета под быстрый выбор. Включение-выключение в один клик. В разделе расписания задаются дни недели, время включения-выключения. Они могут быть повторяющиеся или разовые. Также лента Rubitec RL3112 задействуется в сценариях с разными типами компонентов этого производителя. Свет можно включить по срабатыванию датчика движения или открытия. Выключить свет с активацией режима охраны и другие варианты. Ленту можно использовать для фоновой и основной подсветки, в качестве резервного помещения разместив по периметру. Мы проведем несколько таких рабочих вариантов. Одна из них использует для фоновой подсветки периметра кровати, спальни и карты. Срабатывает по датчику движения во временной интервал с 21:00 до 23:00. Такое размещение не мешает сну, но при этом позволяет не включать основное освещение при перемещении по комнате. Вторая лента на кухне, также в качестве фоновой. К ней добавлены пара лампочек в вытяжку. Смотрится интересно, плюс функционально освещает рабочее пространство у столешницы. Максимально выдает 405 люмен, яркость можно регулировать в широком диапазоне. Цвет выбирается из палитры достаточно точно, и визуальное мерцание не замечается. Подключается в диапазоне 2,4 ГГц, за время тестов мы не наблюдали проблем с качеством соединения, даже при удаленном размещении от роутера. Rubitec RL3112 – пример правильной реализации RGB освещения. Она предлагает возможность регулировки яркости цвета освещения с экрана смартфона, интегрируется в общий умный дом и взаимодействует с другими компонентами этого производителя. Причем, кстати, можно ее управлять и с помощью Алисы. Из недостатков – только стоимость, она выше, чем у лент без умной начинки. С удовольствием обсудим с вами Rubitec RL3112. Всем спасибо за внимание и пока-пока!